Белорусская универсальная товарная биржа запускает торги крахмалом на внутреннем рынке. Таким образом, для переработчиков картофеля открывается дополнительный канал продаж. Переработкой картофеля на крахмал в Беларуси занимаются около 20 предприятий с совокупным объемом производства примерно 25 тысяч тонн в год. Многие из них уже аккредитованы на бирже и готовы обеспечить достаточный уровень предложения. Что касается покупателей, то согласие поучаствовать в пилотной торговой сессии уже выразил ряд мясокомбинатов, кондитерских фабрик и комбинатов хлебопродуктов.